Забота о здоровье детей, серьезная ответственность и ежедневный труд для взрослых, а лето – прекрасная возможность заняться оздоровлением и укрепить иммунитет своего чада на год вперед. Сегодня пройти лечебные процедуры можно в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно на базе детских поликлиник и больниц. Например, в 3-й детской поликлинике в Засвияжском районе используют современные методы оздоровления детей. Здесь представлен большой спектр услуг – физиолечение, массаж, водолечение, бассейн, душ-шарко, циркулярный душ, кислородные коктейли, ЛФК и соляные комнаты. Потянулись к солнышку. Молодцы. В зависимости от недуга для каждого ребенка составляется индивидуальный план оздоровления. Особое внимание уделяют несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями. В общей сложности этим летом оздоровления пройдут свыше 20 тысяч детей правобережья Ульяновска. Летняя оздоровительная кампания, она проводится для повышения уровня и качества здоровья, улучшения самочувствия детей. И, как правило, после оздоровительной кампании наблюдается положительный эффект более чем у 70% детей. Специальное лечение могут получить маленькие пациенты с болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, мочеполовой, костно-мышечной систем. Детям выдаются путевки с приглашением на оздоровление в определенный период. Прорабатываются диспансерные группы. Ребенок занимается спортом и раз в год проходит у нас обследование. Обследуемся в данной поликлинике, проходим различных врачей, специалистов. Специалисты хорошие, внимательно нас выслушивают, дают рекомендации по оздоровлению. Уже не один год за детскими городскими больницами Ульяновска закреплено медицинское сопровождение загородных и пришкольных лагерей. Специалисты следят за выполнением требований санитарных правил в местах отдыха детей. В зону обслуживания больниц правобережья попадают 60 лагерей с дневным пребыванием. В них отдыхает около 6 тысяч человек. Так, у детей в пришкольном лагере на базе 13-й гимназии каждый день проходит зарядка на свежем воздухе, а в меню сбалансированное питание. В досуг включены обучающие лекции, семинары, посвященные здоровью, образу жизни, а также посещение бассейна. Время летних каникул позволяет организовывать отдых детей с пользой для их здоровья. Главный наш девиз – солнце, воздух и вода – наши главные друзья. Активность, подвижность – это то, что как раз нужно современным детям. Мы проводим с детьми тематические беседы. Например, «Я и мое здоровье», «Полезные продукты». Дети участвуют в различных конкурсах. Пройти курс оздоровления можно также в лагерях санаторного типа, федеральных и региональных санаториях. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.